بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الله говорит в Коране: «Я, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, мы твое лицо видим, постоянно на небо смотришь, ждешь, пока когда же приказ Аллаха придет, чтобы твой кибла повернуть в сторону Масджид аль-Харам, в сторону Кааба». В начале ислама, как известно было, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, было приказано молиться в сторону Байт-уль-Макдис. Если Кааба там, Байт-уль-Макдис напротив, за спиной оказывается Байт-уль-Макдис. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, всегда ждал и хотел для него, чтобы кибла было, направление было в сторону Мекку. Аллах ему приказывал, вначале он молил, все мусульмане, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и сподвижники молились в сторону Байт-уль-Макдис. Потом, когда приказ Аллаха субхана ва тааля пришел, в многих мечетях этой Медины люди, будучи намазе, когда узнали приказ Аллаха субхана ва тааля, повернулись в сторону Кааба. Это случилось в Масджиду Куба, это случилось в Масджиду Бани Хариса. Но вот этот мечеть называют Масджиду Кыблятайн, мечеть двух кибл. Это почему назвали двух кибли, почему другие мечети так не назвали, Куба почему не назвали, именно это почему назвали. Историки рассказывают, из них Табакат ибн Саад, ибн Касир, их не слова приводят ибн Хаджар, они говорят, вот этот мечеть, сюда пришел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его пригласили на обед Умма Бишир. И их мечеть, когда обеденное время настало, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, молился обеденный намаз в этом местности, где эта мечеть сейчас стоит, прямо когда два рака закончилось намаза, вот этот аят не спустился пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Будучи намазе, с Байт-уль-Макдиса повернулся на сторону кибли. Из этого эту мечеть называют Масджид-уль-Киблятайн, мечеть двух кибль. Почему? Потому что Масджид-уль-Харам и Масджид-уль-Акса, за то, что два кибля в одном намазе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, за то, что молился здесь. Это историки рассказывают, так? Именно, чтобы сюда прийти, здесь сунна намаз делать. Или какой-то зиар делать, чтобы аджр получить. Такого нету. Это можно посещать, узнать историю пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Где что случилось. Для этого можно, чтобы назиданием быть. А так, чтобы прийти именно к Кыблятайне, чтобы два раката намаз делать. Или какой-то аджр, эта мечеть есть, какое-то вознаграждение есть, которое нету в других мечетях, такого нету. Из этого вот этот мечеть просто хотели снять, узнать то, что в Медине есть место, которое от истории пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, остался. Валхамдулиллахи Роббиль Аламин.